Хе-хе-хей! Всем-всем солнечный привет от Кэт и от Наполеона, Наполеона Чебонапарта. Давно-давно мы не брали вас с собой на прогулку. И вот сегодня настал тот день. Пойдемте. Включайте свое богатое воображение и представьте, что вот вы идете с нами. Ча-ча-ча! Но чтобы нам не идти в молчании, в тишине, я вам что-то расскажу, что сегодня со мной приключилось. Вы не представляете, вы даже не можете себе представить. Наполеося, ну что ты меня закружил? Ну, что ты меня завертел? Уже иди рядышком. Боже. Я сегодня пережила такой ужас. Я сегодня пережила такой кошмар. Я сегодня пережила такое... Как же это слово по-русски? Embarrassment. По-русски это... Боже, шок. Не знаю, embarrassment. Мне было так неудобно. Мне было так ужасно. Вы знаете, что случилось? Сейчас я вам расскажу, что случилось. Сегодня утром я проснулась, как всегда. Солнышко светит. Энергия просто брызжет из ушей. И я, как всегда, сразу выпила стаканчик водички. Закусила клубничкой, это у меня был такой легкий завтрак, и я поскакала в тренажерный зал. Но сегодня я была не одна, а со своим старшим сыном. У него сегодня в школе выходной. И мы пошли благополучно, позанимались, потренировались, накачали свои мышцы, да, Наплесик? Зарядились энергией на весь оставшийся день. И после тренировки я говорю, ну что, сынуля, давай пойдем уже куда-нибудь покушать, чтобы нам компенсировать потерянные калории. Да, Наполеосик? Наполеосик, барбосик. И что? И мы выбрали недалеко от нас, есть такое кафе, которое называется Three Man Bagel. Мужчины или три человека булки. Наверное, так можно перевести на русский, я не знаю. Если так можно перевести. Пойдем сюда, чтобы нам солнышко было. И там они специализируются, кафе, на выпечке. На выпечке бейгалов. Бейгалы – это как булки такие, знаете, как бублики. Вот, в России что-то такое наподобие, да, как бублики. Наполеося! И я вам сейчас расскажу, что со мной случилось. И вот пришли мы в кафе, и я говорю, сына, заказывай, ни в чем себе не отказывай. И он там заказал себе парочку таких сэндвичей, они прямо делают их вот с этими вот бубликами. Хотите, они вам положат там сырочка, какого-то, не знаю, бейкона, жареных яиц или еще что-нибудь. Я обычно беру вот такой вот бублик, они мне его разрезают вдоль, потом обжаривают немножко в тостере, покрывают крем-чизом и кладут кусочек помидорки. Это вот мой такой вариант был. Сын заказал себе два каких-то разных с крем-чизом и один с омлетом с каким-то. Ну вот взяли мы, я по кафачку, он там какого-то сока, в общем, такие все веселые, ча-ча-ча. И момент на кассе расплаты настал. И девочка говорит нам общую там сумму какую-то, да. И я начинаю смотреть в своем портмоне, сумке спортивной, а у меня нету кошелька. У меня просто нету кошелька. Я перевернула всю сумку, просто абсолютно перетрясла с ног на голову. Нету никаких вообще признаков того, что у меня присутствует мой кошелек. Вы представляете? А за мной уже очередь стоит. Я ничего подобного не переживала никогда за всю свою жизнь. У меня никогда не было такой истории. Вот вы мне напишите, пожалуйста, было ли у вас... Наполеон, почему ты меня так тянешь? Вот почему ты меня так тянешь? Какой-то кошмар. Он меня прямо тянет. Смотрите, дом какой. Я вот все остановилась, хотела показать дом. Просто обалденный. Вот этот вот.
здесь живут престарелая пара, они бывшие учителя, и они на каждый праздник декорируют свой дом так красиво. Вот уже, пожалуйста, смотрите, декорации у нас на Хэллоуин. Ладно, так, Наполеон, ты меня тянешь ужасно просто, не тяни меня. И вот что, вы представляете, я стою перед кассой, вся такая ча-ча-ча, спортивная, с тренажерного зала, и не могу найти свой кошелек, просто сумку вытряхнула, все на прилавок, кошелька нету, за мной очередь стоит, мне неудобно, что делать. У сына то же самое, вы представляете, он у меня же мальчик большой, но он в этот день забыл и свой кошелек, и все на свете. Кассирша меня спрашивает: ой, вы кошелек забыли, да? А у вас есть Apple Pay? Apple Pay, мы, по-моему, когда-то уже рассказывали в одном из видео с Леной, это когда, если у тебя есть телефон Apple, ты можешь сделать Apple Payment со своими часами, как бы через телефон можно это все сделать. Но у меня Samsung телефон, и у меня нету такого способа, чтобы платить по счетам через телефон. Я говорю: нету, говорю, я приехала из дремучего леса, из заброшенной деревни. Там цивилизация на нас не дошла. Какой Apple Pay? Я даже и кошелек-то свой куда-то потеряла. И не могу вспомнить, вы знаете, то ли я потеряла свой кошелек, то ли я его забыла в своей сумке, которую я беру на работу, потому что у меня 125 сумок, и я их все постоянно меняю, да, на плюсе? Деловой такой сегодня. Я все эти сумки меняю. И постоянно кошелек перекладываю то с одной, то в другую. И, в общем, просто такая ситуация ужасная. Я говорю: девочки, извините меня, пожалуйста, вот ситуация такая. Кошелька нету, денег нету, платить нечем, натурой брать они не хотят. Я говорю: извините, они все приготовили эти сэндвичи. Я говорю: откладываем сэндвичи, что делать? Делать нечего. Так, здесь вот у нас тоже еще красивый дом за моей спиной. Здесь живут тоже пара, поляки. Муж с женой, поляки наши, давнишние старинные друзья. Так, ну что, Наполеосик? Наполеосик меня куда-то тянет, у него какой-то мишен, у него какое-то предназначение сегодня. Прям бежит, бежит, и так меня прямо тянет, что я аж уж запыхалась. И тяжело идти и говорить, фух, и за ним преуспевать. И я уже отхожу в сторонку, говорю: девочки, я поеду домой. Ну, я где-то кафе 10 минут, наверное, от моего дома. Я поеду домой, возьму кошелек, деньги и приеду, расплачусь с вами. На добром слове можете поверить, как говорится, потому что больше мне вам предложить нечего. Или могу сына в залог оставить. Они говорят: нет, не надо нам его оставлять. Лучше приезжай потом. Я говорю: окей. И я отхожу в сторонку. Судорожно продолжаю копать свою сумку. Смотрите, какой почтовый ящик красивый. Сейчас я разверну. Вот, видите, какой? Смотрите, ящик такой цветной. И там они посадили настоящие живые цветочки. Вот. И вот еще за моей спиной тоже дом красивый. Конечно, осень у нас такая яркая, красивая. И дома у нас такие вот очень даже интересные. Декорируют. Все готовятся к празднику. Так, у меня уже рука на плюсик отваливается, как, конечно, как всегда, неприготовленные, селфи стыка нету, ничего нету. Я вот такая вся без косметики, а-ля спортивная, а-ля натурель. Последнее время я всем нравлюсь, когда я а-ля натурель. Ко мне обращаются, я уже говорила: девушка, девушка, ча-ча-ча. Как покрашусь, как наведу марафет, сразу мадам. Ну и что, долгая история короткая. Боже ж, люблю ж я размовлять, да? Отошла в сторонку, продолжаю судорожно копать свою сумку в надежде, что гадский кошелек где-то просто специально прячется от меня, чтобы меня понервировать. И вдруг, о боже, я нахожу $30. $30 просто свернутые в одном из многочисленных кармашиков моей сумки. Представляете? Боже, счастью моему предела не было. Я как закричала на все кафе, все на меня выглянули, скажут: ну точно какая-то вообще трепыдыхнутая, какая-то ненормальная. Но тем не менее, я нашла наличку и с радостью, с криками, с воплями расплатилась за наш ланч. Фух, ну что, мы сели благополучно, это все приговорили. И, в общем, я пришла к выводу,
к выводу, что в таких ситуациях, конечно, нужно всегда себя как-то защищать двойными средствами. Но вот в моем случае, как всегда, моя любовь к наличке не прошла бесследно. Я обожаю наличку. Я обожаю иметь деньги и в кошельке, и при себе. И вот даже, видите, вот занычки какие-то в карманах, я даже об этих 30 долларах и не помнила. Вообще не помнила, представляете? Вот они меня спасли в такой, я считаю, очень неловкой ситуации. Я была так... Вообще ужасно, мне было стыдно, вот этого слова. Стыдно. Как никогда в жизни, никогда такого случая у меня не было. Но надеюсь, это был первый и последний случай, это был урок. Я из него извлекла очень многое, надеюсь, что вам тоже это будет поучительно послушать. И я сказала сыну, который, можно сказать, только входит, вливается в свободное плавание, взрослеет. Я ему сказала: сын, значит так, заведи себе привычку, всегда проверяй, чтобы твой кошелек был с собою, чтобы у тебя были документы с собою. И всегда, всегда на черный день, на вот такой вот случай, который приключился со мной, смотрите, у нас дом на продажу. Кто хочет быть моим соседом? Упс, вон, видите, домик такой интересный. И где-то он стоит, по-моему, 250. Я смотрела. И, в общем, я ему сказала, всегда нужно иметь при себе наличку. Хотя бы 10-20 долларов где-то в кармане, куда бы ты ни шел, куда бы ты ни ехал, всегда нужно иметь на всякий пожарный. На всякий пожарный, потому что ты не знаешь, что может приключиться. Как может ситуация повернуться, развернуться. Вот тоже посмотрите домик за моей спиной. Такой классненький. Здесь живет один дедушка у нас. Он так за своей плантацией ухаживает. Я, по-моему, уже говорила или нет, а его зовут Космос. Смотрите, кто не верит, на почтовый ящик, смотрите, видите, написано по-английски Космос. Космос, опс, я кое-что показала. Кто не догадался, тот молодец. А кто догадался, молчок. Вот, и в общем, вот такая вот ситуация. Но я рада, что... Вот такой вот стресс, который я испытала, закончился благополучно. Вот если бы не было налички, то было бы совсем все печально. Я думаю, что настроение мое было бы просто испорчено на весь день, потому что мне надо было, представляете, да, все это оставлять, ехать, мчаться домой, брать деньги и потом бежать обратно. Так самое главное, вы представляете... О, Наполеон, да что ж с тобой такое? Прям кидается мне под ноги. Я чуть прямо не споткнулась. Ты что? Ну-ка посмотри. Посмотри на народ. На народ посмотри. Скажи, что твои, какие проблемы? Какие твои проблемы? Помаши хвостиком. Нет, он сегодня какой-то супер какой-то, не знаю, перевозбужденный, какой-то странный. Так, по поводу кошелька. Боже, вы знаете, я абсолютно теряю опыт разговаривать с вами и гулять. Просто out of breath. Потеряла вообще все дыхание. Ох. После этого кафе сажусь я в машину. И чувствую, что-то мне мешается под ногами. Вы не поверите, я смотрю, а рядом просто с педалью лежит мой кошелек. Он у меня выпал из сумки, а я даже не заметила, даже не поняла, когда это случилось. Представляете, еще один счастливый случай. Как хорошо, что мой кошелек вывалился и упал куда-то в моей машине, а не где-то на улице, не где-то в тренажерном зале, еще не где-то там, где я была, не была. Представляете, да? Это же просто вообще, в общем, сегодня замечательный, счастливый день. Немножечко со встряской, но ничего, все равно нервную систему немножко нужно шевелить, чтобы она у вас не засыпала. И, в общем, сейчас бодрость и энергия, бодрость, Наполеон там вообще уже просто. И я пришла и буду собираться на работу. Вот у меня такое утро, а потом у меня в 3 часа начинается работа. На этом я с вами буду прощаться, но ненадолго, говорю вам. До новых встреч. Чао-чао. Это была Кэт с вами.